Лапландская сказка. Вот такая красота. Вид на город Мончегорск с высоты птичьего полета. Оленья гора называется. Вот туда вниз виды, подъемник. Это гора Нюдвар. Нюд называется. И вот такая сегодня шикарная погода. И такие виды на город Мончегорск, на церковь. Как бы смотровая площадка. Вот такие красоты. Город Мончегорск, Мурманской области. Солнечная погода, видно каждую улочку, каждый, ну, такой снег. Зимняя сказка просто. Лапландия во всей своей красе. Шикарный, шикарный лес, просто красота. Это вот мы выезжаем с горы с видом на Нют. Вот такая зимняя сказка Лапландия. Ай, хорошо. Солнышко светит. Сегодня солнечный денек. Два дня был туман. А сейчас вот такая прелесть. Зимняя сказка просто. Заехали поснимать. Какая же красота тут. Да, приезжайте в Лапландию, это того стоит. Приехали на родник Рижгуба по такой живописной горной дороге. Родник. Здесь набирают воду. Мы сейчас тоже наберем водички. Вот с такими прекрасными видами. Дорога, конечно, такая ледяная, горная. Серпантин. А мы будем воду набирать. Еще немного зимнего леса поснимаю и вид на Хибиины. Дорога, которая идет на Рижгубу. И вон там вдали видны Хибиины, вон горы. Шикарный лес. Сейчас забрались в горку, ледяная, хорошо посыпали, поэтому проблем не было. Все отлично. Мы едем дальше. Два часа дня, и уже начинает смеркаться. Дорога с Рижгубы. Прям вид на весь город, как в ложбинке лежит, и все озера видно. Очень красиво. Гора с подъемником называется Нюдайвинч. Вот на нее вид как раз на трассе. Здесь видно сам город. Снимаю уже с машины, так как подзамерз. И вот эта гора называется Пуазайвинч, которая с телевышкой. Вот здесь она. Вот она. И вид на город Мончегорск. Все, мы поехали дальше.